Сегодня поговорим о труде и трудностях при поиске работы. Молодежная биржа труда или ее аналоги есть практически в каждом учебном заведении Кубани. Однако все еще очень необходима помощь сильных игроков реального рынка труда. Достаточно часто встречаются следующие вопросы. Да? Во-первых, расскажите немного о себе. Это тот вопрос, с которым вы просто каждое собеседование будете сталкиваться. Как себя представить? Актуальная тема. Часто студенты не представляют, как составить резюме, на что обращает внимание работодатель. И перспективное собеседование можно провалить только по этой позиции. Мастер-класс опытного маркетолога Анны Брюковой как модная театральная постановка. В формате камерного зала можно импровизировать, аудитория воспринимает, гастрольный тур обеспечен. Потребность в таких знаниях есть всегда. Оздоравливать атмосферу на рынке труда – социальная миссия большой команды HeadHunter с помощью таких мастер-классов в том числе. Особенно для молодых специалистов и студентов. Эта категория – одна из самых незащищенных на рынке труда. В самый разгар кризиса количество вакансий для молодых сократилось на 79%. В 2001-м рынок труда для молодых специалистов вошел в активную фазу роста. Но что это значит для молодых специалистов? Мы отслеживаем ситуацию на рынке труда во всех профобластях, в том числе касаемо студентов. И если нормой по рынку является два резюме к одной вакансии, то в профобласти студенты, мало опыта, здесь это соотношение доходит до 7-8, то есть на одну вакансию приходится 7-8 резюме. При такой конкуренции не надо робеть, ведь личностные характеристики никто не отменял. И не забывайте, конкуренция различна в различных профобластях. По данным кадрового портала HeadHunter, одним из дефицитных специалистов на рынке труда для студентов и молодых специалистов является младший программист, менее 2 человек на 1 вакантное место. А самая высокая конкуренция при трудоустройстве на должность младшего инженера, 6 человек на 1 место. В конце программы мы покажем свежие исследования портала HeadHunter и назовем 10 модных профессий. Деньги, опыт, самореализация. Определитесь, что именно для вас является приоритетом, рекомендуют специалисты перед тем, как начать поиски работы и свое восхождение по карьерной лестнице. Ярмарка вакансий – хороший шанс еще во время учебы познакомиться с реалиями жизни после получения диплома. Большие компании идут навстречу. В данном случае 40 организаций объединила площадка Южного института менеджмента. Рынку надо наращивать кадровый потенциал, студентам получать опыт, а вузу соответствовать потребностям реального сектора экономики. Однако работодатели категорию студенты рассматривают без воодушевления. В настоящий момент у студентов, где-то процентов 30, большая, хочу большую зарплату, хочу сразу работать по специальности, я все знаю. Это огромный недостаток. Работодатели бывают разные, но и мотивы студентов тоже. Третьекурсницы Катя и Настя – будущие специалисты по мировой экономике. Зачем вы ищете работу? Я думаю, в первую очередь для заработка. Конечно, на втором месте это интерес к работе, наслаждение от работы, я думаю, тоже немаловажно. Мне бы хотелось, честно говоря, что-то по профессии найти, чтобы получить какой-то опыт определенный. Деньги вторичны. Да, зарплата пока что меня родители обеспечивают, я, в принципе, в этом не нуждаюсь. Но в дальнейшем, конечно, хотелось бы именно с опытом прийти куда-то. Вообще, сколько студент может заработать денег, как вы думаете, на третьем, на четвертом курсе? Я думаю, в принципе, высокую планку не стоит загибать, но можно с 20 начать. Работодатели хотят и молодых, и опытных, а молодые и опытные не хотят работать за маленькую зарплату. В этом конфликтном противостоянии на помощь приходит государство. 2 года в крае успешно работает программа «Стажировка». Для выпускника подыскивается работа конкретно по его специальности, по его специализации, по его диплому. Приходит центр занятости, и работники центра занятости, глядя в его смотря в его диплом, подбирают ему работу. Центры занятости предварительно заключают договора с предприятиями города Краснодара, где будут работать выпускники. Узнать подробнее о программе «Стажировка» вы можете по телефону 232-77-23, 268-48-15 или на официальном сайте службы занятости населения. Согласно онлайн-опросу, проведенному порталом по поиску работы, в августе 2011 года самой модной профессией среди студентов стал пиар-менеджер. Его отметили 27% опрошенных. Тройку лидеров замкнули фотограф и дизайнер. Кроме того, в десятку модных профессий попали HR-менеджер, он же менеджер по персоналу, арт-директор, программист, блогер, стилист,
фэшн-эдитор и модель. На почетном 6-м месте журналисты, тоже в центре модных профессий.